Он потрясающий. Думаешь, он когда-нибудь плачет? Благодаря ему 10 тысяч слуг обеспечены работой. Это он! И со своим эскортом! Не такой уж он низкий, как все говорят. Неужели это правда? Это правда. У него руки короля. Зря он не носит кольцо. Я бы хотела жить у него в голове. Когда он в форме адмирала, то просто неотразим. Да. Красавицы. Сильвия. Я мужчина. И я добрый ангел среди ночи. Это просто. Мне известен любой сценарий жизни. А что мне делать? Объясняю. Убеди шестерых сенаторов перейти на твою сторону. Убедить шестерых сенаторов. Клянусь хранить верность республике, неизменно соблюдать законы и положения Конституции и выполнять свои обязанности, ставя интересы нации превыше всего. Все это так неловко, господин премьер. Браво!